Закон о просветительской деятельности, который будет, если его примут, требовать от всех, кто занимается историческим, ну и любым другим просвещением, лицензии государственной, на мой взгляд, это полная чушь, это полный бред. Авторы этого законопроекта просто сошли с ума, потому что по этому закону можно будет наказать любого блогера. То есть в законопроекте там настолько общо прописаны, настолько общо прописаны формулировки, что такое, что понимается под просветительской деятельностью, что любого человека, который публично выступает, абсолютно любого блогера, рассказывающего на любую тему, можно под этот закон подверстать и заставить получать лицензию. Это, с одной стороны, способ заработать дополнительных денег, деньги в стране кончаются, поэтому дачи там строить уже не на что, поэтому вот придумали, как, значит, еще налог на воздух пока взять не могут, но будут брать вот налог на просветительскую деятельность. И это, да, способ, как бы инструмент наказывать неугодных. Вот, поэтому, ну, я отношусь крайне негативно.